Всем привет! Продолжаем путешествовать, узнавать что-то новое. Город Бамберг расположен на севере Баварии, восточной Франконии, в самом сердце Германии. В 1993 году был включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вот здесь находится фонтан Нептуна. Возвышается в центре площади Зеленого рынка, в исторической части Бамберга. Я зачитываю Википедию. Скульптор, изваявший этот барочный фонтан, назвал его именно Габельман, что переводится как «мужчина с вилами». Имя этого мастера Людвиг Круг создал он в первой четверти 16 века по заказу властей Нюрнберга, чьим уроженцем и являлся. Но денег за выполненный заказ так и не получил. Еще перед смертью он написал завещание с просьбой перенести свое творение в Бамберг, так и являлся членом городского совета Бамберга. Власти добились этого только в 1566 году, установив фонтан в одном из самых многолюдных мест на площади Зеленого рынка. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Сегодня мы посмотрели на фонтан Нептуна в городе Бамберг, Германия. Пока-пока, до свидания.